Готовь сани летом. Эта пословица как нельзя лучше подходит к тому разговору, который состоялся у Владимира Путина с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым и руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Говорили о ситуации в агропромышленном комплексе в свете подготовки к посевным работам. Главе государства доложили, в этом году в России должны собрать достаточное количество зерна и для того, чтобы покрыть внутренние потребности, и для того, чтобы отправить более 40 миллионов тонн на экспорт. Подвели итоги и за прошлый год. Разумеется, говорим мы о развитии сельского хозяйства в целом, о поддержке сельского хозяйства. Я надеюсь, сейчас несколько слов министр скажет и по результатам работы за прошедший год. Мы в 2018 году собрали достойный урожай 112,9 миллиона тонн, и сейчас мы активно занимаемся уже урожаем 2019 года. Вся посевная площадь на 2019 год составит около 80,5 миллионов гектаров, что на 1,2 миллиона гектаров больше, чем в прошлом году. Теперь, что касается прогнозов на урожай. Ну, их как-то, конечно, совсем рано делать еще, но, тем не менее, мы можем говорить о том, что в 2019 году, с учетом тех предпосылок, которые заложены, порядка 108-110 миллионов тонн мы, наверное, иметь будем. Средства господдержки будут направлены в том числе на льготное кредитование, это порядка 73 миллиардов рублей, на поддержку экспорта продукции АПК, это порядка 39 миллиардов рублей. Еще один вопрос касался внедрения электронной ветеринарной сертификации. Эта система позволит добиться того, чтобы на прилавках оказывалось только проверенное и безопасное мясо. С 1 июля 2018 года у нас все ветеринарные сопроводительные документы на территории Российской Федерации оформляются уже в электронном виде. Многие регионы уже полностью перешли на нее. И благодаря данной системе мы сможем обеспечить полную прослеживаемость продукции от сырья, по сути дела, до полки в магазине. Поэтому постепенно, на наш взгляд, станет невозможным оборот контрафакта и фальсификации. Я скажу, что сейчас у нас практически мы опережаем многие страны. У нас электронная сертификация, есть регионализация, которая автоматически делается электронной системой. На сегодня в системе зарегистрировано у нас 332 295 юридических лиц, 388 229 индивидуальных предпринимателей. Наведение порядка в этой сфере, безусловно, будет способствовать и цивилизованному развитию сельского хозяйства как отрасли. Но и самое это главное, положительно отражаться будет на здоровье людей. Безусловно, и очень легко проверять. На потребителя работает.